микроб на 6 тысяч, вечный узник, что ли. Я уже делаешь 15-й аккаунт, наверное, ну не 15-й, 7-й или какой-то там 6-й аккаунт, 7 тысяч. И ты так вообще нехотя играешь. А чё всю свою жизнь сидит на 6 тысяч? Эх, самое лучшее в этой игре, когда ты почти имеешь 6 кп тест, или ты снова на 5 часов, может быть. Нет, вообще увидел, когда я только начинал играть дот, если это он же, не знаю, может быть. Ну да. Я не хочу пост 5 играть. Вот на полном серьезе, вот прям, ну не хочу. Ну или даже не то, что не хочу на какой-нибудь говне играть. Я бы типа на тусике его поиграл, мне нравится он. Любой почти ситуации. Чайник подожжу, да, я пост 5 поиграю. Это Скари. Я не пробовал играть настольные карточные игры, типа Magic и подобные. Magic the Gathering? Нет, не пробовал. Я даже в мафию не умею играть, не знаю, мне она никогда не нравилась. Чушь игра, по-моему. Ну, мое мнение. Мне больше нравится какая-нибудь Монополия, или там Alias, или... как это еще называется? Много нас... А, вот играл в этот... Такая долгая-долгая игра. Много очень карт. Поле какое-то есть, как же называется? Там столько частей. Я забыл, мы в ней как-то сидели в какой-то кафе, где с настольными играми. Не антикафе, вот как оно называется, а именно кафе, где есть эти настольные игры. Там мы часов, наверное, 16 там сидели, вообще почти весь день. Там и плюс-то. Забыл, как называется эта игра. На М что-то, по-моему, у нас. Манчкин, да, Манчкин, во. Во, вот, да. Как тренер чата заявляю, неплохой фиг тут. Понял. Мы сегодня в универе играли в мафию на оценку на паре. Нормально. Манчкин, да. Это долго мне. Я уже не помню, как на нее играть на самом деле. А кто у нас оффлейн, наверное? Ну, не, поймите меня правильно. То, что, ну, какие-то вот эти вот так называемые, не знаю, мною, не мною, псевдоруфы, когда типа чел. Вот я объясню, да, в чем смысл. Он на полном серьезе написал какую-то фразу. Вот прям на полнейшем прям серьезе. А потом такой, ой, я пошутил. Плюс 10 XP. Вот, и типа, ну, любой свой тупой косяк выставлять типа, ой, я зарофлил. Я так же могу. Я ебал твою мать, ой, я зарофлил. А на самом деле ебал ее. Ой. Ну, конечно, я покушаю там альк по сутках. Я буду самый довольный. Патч со щитом. Вот это поворот. Вот это лайнап. Здорово. На минус 2 танга минимум. Не, ну D4 пенька, конечно, еще где-то. Не имея щитка, отлетаешь вообще на раз-два. Пусть хилится, идет. По-моему, Пак умер. Ой, какой лучший вайпер просто, блядь. Просто батя игра. Если там не так что-нибудь. Еще и пул заблочен. И тут тоже заблочен. Ладно, пулю проверяйте. Не, мы ее не убьем, тут щиты. Алин, я вообще сейчас включу микрофон, можешь повторить? Ну сейчас ты умрешь от разрыва жопы, это две огромные. А что так много? Ты? Алин, не, на полном серьезе. А что? Случайно? Ты хочешь разрыва моей жопы? Да-да, я жру, а на самом деле играет Алина. Это правда.
А чё он ко мне не подошел, я бы его забрал, шар. I'm carrying you, heal myself. Wait. Бля, вот это нам паки играет чудовище, конечно. Все, свой долг выполнил. Пойду на Шайн, подожду вайпера. И тоже Райан, пока пожру. А что с паком не так? Да, конечно, вайпер по таверам больно бьет. Он типа в крипа пойдет или еще? Ну, он, наверное, в крипа залезет. Фестик там подъедет сейчас. Как вам, кстати, ситуация с SFTE Pro Team и Иллиданом? Вы видели, читали пост Иллидана? Сейчас бы менеджера в команду иметь, который не разговаривает на английском языке в 2017 году. Ну, пусть залезает, ладно, что я могу. I don't have a snowball. Вкусно? Лет. Да, Лен, очень вкусно. Ну, а, допустим, они... Просто представьте себя на месте вот этой команды, где каждого игрока спрашивают, а тебе нравится состав? А кого бы ты кикнул? Там, из этой серии. А потом пишут, ну, типа, что одного подстрекают, типа, чтобы тот сказал про другого какую-нибудь херню, чтобы его кикнули, а потом они, короче, ну, менеджер же должен говорить, да, типа, какие у вас сегодня игры, там, расписание, все дела. По итогу у них же интернациональный состав, там, только, по-моему, Лидан русский, все остальные буржики, ну, как, да, там, с разных тоже стран. Но они на английском разговаривают, и, ну, Лидан так что-то может на английском, я думаю, да, там, ну, какие-то основные фразы по игре, там. По итогу он, короче, работал и переводчиком для всяких комьюнити, для всего, ну, вообще для... туриков, так сказать, и всего прочего. И по итогу... Короче... Ой, что делает? И по итогу, короче, вообще никто не... Нет, из точнее, менеджмента вообще никакого телодвижения не делал, чтобы оставить состав таким, какой он есть. Так, это здорово, конечно. А можно, пожалуйста, как-то, да, туда? Ладно, всё. Это плохо. К вопросу о том, много лет читает медиа, я тебе отвечу так. На первом курсе у меня в потоке, на первом курсе, когда учился, было 1200 человек, по-моему, или 1300. Сейчас около 500 на пятом. С учетом того, что к нам еще переведены с других универов, восстановлены студентами с прошлых курсов. Он тупой, даже не достань нажмет. Бля, у него спиздил баунти, он заставил, он их не жмет. Что делает Мэтт Линкс? Кто не знает? Чё? Ну, на самом деле, отчисляет супер много. Я вот... Нормально поесть, не судьба. Жесть, меня, короче, только что это ударили по лицу, бьют, издеваются надо мной.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Алина. Ай-яй-яй. Супер сложный. Ну, сейчас уже нет. Я не знаю, куда идти, мне игра. Ну, я без аркан. Два крипа добил. И то, по-моему, двух скелетов каких-то. Очень тяжело зайти, все сплитится, пак убивает пачку за два спелла. Фурион летит, сплитит лайн. Ну, все тяжело. Тяжело учиться первые три курса, вот я так скажу. После третьего, вот когда ты закончил, начинают и циклы. И на циклах хотя бы, ну, более-менее почти на всех, но интересно. И хотя бы, там, ты сидишь не... Вот, ну, я говорю, мой распорядок дня был такой. Типа, я в 6 утра вставал, в 6.40 выезжал, к 9 приезжал в универ. А потом до 6 или до пол восьмого у меня пары были. Каждый день. Там, ну, окно было какое-то, да, там, ну, бывало. Типа, в основном всегда до 6 или до пол восьмого пара. Ой-ой-ой, как же тебе больно, друг. He got no TP. No TP, fuck. No TP. He's still here. Да, ты в доту играл? Ну, выходные были. Я заплатил за физру. Там был абонемент. Я купил. Да. Купил абонемент, типа там нужно было ходить. А у меня только физра в субботу была. Ну, там еще были какие-то пары, но мы их перенесли. Типа, ну там. То есть, в какой-то обеденный перерыв мы занимались какой-нибудь философией там с преподом, который нас вообще поебать было. Не потому что мы там какие-то плохие студенты или около того. Нет, просто, ну, философия в меди, как бы, да, и преподу с нами это неинтересно, потому что мы просто отсиживаем время и часы, и нам с ними интересно, потому что у нас столько дел, помимо этого говна. Вы себе не представляете, мы сидели, учили анатомию, наверное, вот, по 15 человек, наверное, сидели в библиотеке. Я ходил в библиотеку, мы сидели там в читальном зале, и друг другу, ну, там, ну, тишина должна быть в читальном зале, да, ну. Как бы это странно, блин, 3 секунды до руны, и я не успею, да? И, короче, мы вот сидели, наверное, каждый день почти там, вот, на первом курсе все сидели, учили. Тяжело. Потом вот начинается вот реально попроще. Как-то. Да-да. Вот главное себя пересилить, то, что ты там сидишь. Вот, я вам клянусь, мне звонили друзья и говорили, Глеб, гоу, там, погуляем, там, не знаю, в 2 часа дня, в 3 часа дня. У всех пары до 2, до 3, там, вот как у меня сейчас. У меня вот пара, ну, типа, официально до пол третьего почти. Ну, не пара, а цикл, да, идет там, день цикла. До пол третьего, до 3, там, до 2, до часа, ну, смотря где. А у меня спускают сейчас, типа, в 12, потому что, ну, есть о чем говорить уже. То есть все темы пройдены, ну, на ранних курсах, ты уже хотя бы вникаешь, и вопросов меньше, и ты отвечаешь быстро на все. Вот так. For или while. Где на бейсике в школе какие-то вот эти вот делал, ой, циклы. Ну, в бейсике было весело, смешно, я бы сказал даже. Интересно, какой скорости будет бить Рошан под Сигилем плюс... Пассив кинчи. Ну, раз в год. Интересно, так спиду Рошана. Нет, я хочу уровень. Не знаю, по поводу учебы можно, по-моему, вечность говорить. Ну это, конечно. Ты не надо. Дефайте меня, парень. Ща фурион полетит, да? Нет, нигде меня, походу. Короче, мне кажется, надо просто пережить там какие-то первые там несколько курсов, а потом становится как-то попроще. Вот и все. Вот мое мнение. Может быть, не совсем правильное.
Так, короче, мне нужно пойти покушать нормально. После игры пойду себя запихну. Если честно, мое очко взорвется, но нормально. Casual situation, блин, оба крипа какой-нибудь. А, он уже ел. Ну, это твой рэмпэдж должен быть. На втором курсе там что думаешь о своем будущем, но и говорят, что просто не найти работу, если найти, то просто не на что будет жить. Ну, это такие. Короче, если ты. Нас приучили к такому, что если ты. Ну, арнатура, да, типа, арнатура дорогая, если ты на бюджет не поступил, а там на бюджетных нет. Ну, как мы всегда знаем, в России с этим вообще напряженка. Бюджетными местами. Там новое постановление, которое придумали обезьяны, как и пупок, в принципе. Ну, УБГ имею в виду. Короче, я считаю, что найти можно все, без связей можно. Но это тяжело. Для того, чтобы найти, тебе нужно иметь голову на плечах, а не просто, ну, я не знаю, попинать писюн в университете. И все. Хотя, я не знаю, я никогда еще не искал работу, но с этим не сталкивался. Но я считаю, что если ты проходишь арнатуру, да, там, ну, в каком-то месте, где, по идее, типа, не то, что тебя ждут, да, но ты там, ну, то есть, если ты там нормально что-то делал, у тебя, ты рукастый какой-то нормальный чел, тебя там могут взять на какой-нибудь испытательный срок туда же, ну, если тебя врачи, как бы, похвалят, да, там. То есть, нужно всего добиваться, да. Я вообще на первом курсе, как ты заставляешь себя учиться. Да очень просто. У меня отработки есть такая тема. Ты не приходишь на пару, и после 6 вечера в определенный день ты отрабатываешь ее. Устно и за счет 10 листов от руки А4. Типа не пришел, отрабатываешь все равно, независимо от того. Ой-ой-ой. Поэтому, ну, нас как-то заставляли ходить. Не знаю, во всех универах такое или нет, но у нас так. Не пришел, получаешь пизды потом. Типа тебя спрашивают туст на тему, которую ты пропустил. Ты по-любому ее будешь считать. А так ты идешь на пару, тебе ее объясняют, разжевывают, ну там, кто как, да. Ну и типа ты там что-то усваиваешь, ну, и при этом не отрабатываешь. Хотя нет, ты можешь ее тоже отрабатывать, если... Ты, типа, на паре ничего не ответил по теме. Ну. То есть ты должен готовиться к каждой паре у нас, да? Ты типа, читаешь материал, приходишь уже с выученным материалом. И как бы вы разбираете все вместе. Вот так проходит пара в миде. Ой. Потоковые лекции вообще в миде. Да? Ходили, математика была, биология, микробиология, химия, физика. И на все ходить. Фармакология. По физкультуре было две лекции. По безопасности жизнедеятельности было сколько-то там лекций. Все нужно ходить. У нас были, я говорю, лекции по фарме. У нас вел наш препод лекции. Если ты не приходил на лекцию, ты писал от руки. Какие в лекции препараты были, ну это же фарма, это все о лекарствах, так сказать, механизм действия и так далее. На какие рецепторы влияют, какие системы затрагивают, ну и так далее, какие показания. И вот, короче, вот вы когда берете любую пачку таблеток, да, там у нее есть вкладыш такой бумажный. Вот ты вот этот вкладыш 5 лекарств переписывал от руки, чтобы закрыть отработку по лекции, если не пришел мне. Сейчас приду, пойду пожру, авка.